Добрый день, сегодня 15 июня, гуляем в парке Перовском, тепло, душновато даже, может быть снова будет дождик, но пока дождя нет, гуляем в парке. На прудике, как в зеркале, все отражается. Есть рыбаки, рыбку ловят, и люди другие отдыхают, даже загорают там. Наш старый прудик, оставшийся от усадьбы, нас радует в любое время года. И вот здесь вот деревья одно из... Ива такая разросшаяся, тоже очень старая. Помнит еще усадьбу. Да, там даже художник сидит, рисует девушка. Тучки налетают. Кормим птичек. Так, девочки, а знаете, там художница сидит, рисует. За тобой идут голуби, да? Ты их кормишь, они за тобой идут, как курочки. Да, прудик. Хоть маленький, но очень приятный наш прудик. Притягивает прямо к нему. Изначально он был вырыт на ключах, поэтому он такой вот живой прудик. Там и рыбка есть, рыбаки сидят. Птенчик воробьев, птенчики. Ладно, всего доброго.